Эту штуку называется Tesla Podium. Это такая специальная катушка Tesla, на которую можно вставать сверху и становиться проводником электрического поля. Сейчас я попробую показать тестовый запуск от первого лица. Так, держи фонарик. Свети мне на эту, на ноги. То ни черта не видно. Вот. Значит, я на ней. Ну, блин, фонарик не работает, да? Во, заработал. Значит, вот я на ней стою в носках. Так, убирай фонарик и включай с пульта дистанционного управления. Во, столик заработал, значит, начинают светиться лампы. Я подношу к ним руку, они светятся ярче. Если я возьму одну из ламп в руку, да, блин, во, две, они продолжат светиться, хотя никакого источника поля поблизости нет. Собственно, в этом заключается основной эффект этого устройства. Светятся почти все до единой лампы дневного света. Толстые, тонкие, маленькие. Светится большая часть неоновой рекламы и неонового реквизита. Например, неоновые спирали. Зеленая, там красная. Вот так вот. Цветные неоновые палочки нашего производства. Всякие непонятные штуки. Вот. Некоторые плазменные шары. Типа вот это плазменный шар ярко-красный. Он просто светится в руке. Я стою на этой штуке. Никаких других источников поля рядом нет. Он светится довольно ярко. Вот. Ну, тут есть большая неоновая палка. С ней можно играть в этих самых джедаев. Она, как видно, освещает всю комнату. Просто за счет энергии, проходящей через мое тело. Даже в кадр не влезает целиком. Вот. Там еще вон плазменный шар есть. Нет, плазменный шар не светится. Вот. Если я слезу с этой штуки, вот она стоит и просто работает. Она светится светодиодик, который показывает, что она работает. То это функционирует как обычная мощная катушка Тесла. То есть вот у меня в руке лампа, я подношу, она светится. Можно положить лампу сверху, она светится, продолжит. И то же самое относится ко всему остальному реквизиту. Там не знаю, что еще можно. О, тонкие лампочки. Они тоже заводятся. Вот так вот. В следующем выпуске покажем, как с помощью этой штуки поджигать разные предметы. В буквальном смысле. Всем пока!